Году. В парке Ставропольского предприятия эксплуатируются самолеты ПО-2, Р-5, Ща-2 и ПС-7 грузовой. С этого момента начался стремительный рост, но и подвигов меньше не становилось. В 1950 году наши бравые летчики спасали людей от суровой зимы, доставляя им сено, корма и теплую одежду, когда те уже были готовы отчаяться. В 1953 году вместе с новым безжалостным морозом этот подвиг на черных землях повторился. И наши летчики вновь показали мастер-класс. В последующие годы бед становилось меньше, а масштаб предприятия только увеличивался. К 1980 году аэропорт уже обзавелся новым аэродромом, внушительным парком, несколькими ангарами и начал строительство аэровокзального комплекса. И уже в 1986 году, впервые в истории авиапредприятия, аэропорт Ставрополь принимает высший литерный рейс с главой государства. Родное Ставрополье посещает Михаил Сергеевич Горбачев. Последующие 25 лет масштаб только увеличивался. Десятки новых самолетов, огромное пополнение вертолетного парка, новые рейсы и маршруты. Все стало возможно благодаря людям, знающим и любящим свое дело. Ведь именно из-за таких, как они, и работает грандиозный механизм. Дорогие друзья, вас поздравляет театр песни «Вива! Россия! Это мы!» Самых лучших тебя.